Он выходит на сцену тогда, когда зрительный зал совершенно пуст, однако всегда играет одну из главных ролей. Сергей Захарович Чуев работает в Курганском театре драмы 50 лет. Среди своих он давно просто Захарыч, добрый товарищ и профессионал своего дела. Сейчас заведует художественно-постановочной частью. В театр попал совершенно случайно, увидел объявление в газете. Там в объявлении Курганский областной театр драмы требуются монтировщики сцены, даже не монтировщики, рабочие сцены. Ну что ж, пришел, вот не глядя. Ты говорит, из деревни, о, давай, пиши заявление, все, завтра выходи на работу. Вышел и остался на всю жизнь. Признается, не меньше артистов любит родную сцену. Разрабатывает новые технические конструкции, декорации, спецэффекты. Держит под контролем работу цехов. Заглядывает во все каждый день. Там, где нужно дать совет, подскажет. Где нужно, пожурит. Но никогда не повышает голос. Очень супер ответственный человек при выпуске спектакля, перед премьерой. Землю носом роют, лишь бы все было в порядке. Сам, вот до того, что сам хватает кисточку, сам красит, если за пара, и задержится, и выходные, и все. Сейчас, глядя назад, Сергей Захарович не представляет свою жизнь без театра. В нем он как дома. Есть даже свой личный кабинет, который по праву может называться музеем. Здесь и собранные годами коллекции, сувениры от друзей и любимая форма факелоносца Олимпийского огня. Режиссеры и художники приезжают, откатаются на постановку, они заходят, вот, Захарыч, мы у тебя вот часы возьмем, мы у тебя фотоаппарат мы возьмем, мы еще что-то возьмем, веду их на чердак, они, о, вот этот вот сундук вот этот возьмем, это, шкаф вот этот возьмем. На чердаке театра драмы настоящий клад. Здесь хранятся раритетные вещи и старые экспонаты спектаклей. Попасть сюда мечтают многие. Для нашей съемочной группы Сергей Захарович провел настоящую экскурсию. Когда приезжают художники, режиссеры из других городов, я их вот сюда вот завожу, они сразу, вот тут бы спектакль, вот тут бы спектакль поставить, а вот я если кино, так вообще это место самое-самое нужное. Ну вот, вот первый раз поставили здесь спектакль молодые режиссеры. А почему, как вы думаете, почему здесь привлекают вот так это место? Ну вот видно, ну наверное чердак думают вот такой, что ползать надо, а здесь вот такие вот эти все-таки стены, еще Бог знает им сколько, это вот здесь зрительный зал за этой стеной. Сейчас Сергей Захарович готовится к новому 74-му театральному сезону. Свой 50-летний юбилей работы и 70-летний день рождения отмечает в родимых стенах. Иначе никак, без работы заслуженный работник культуры Российской Федерации не может представить себя и дня. Юлия Пастухова, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».